Башкортостан получит 28,5 миллионов рублей на софинансирование соцконтрактов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Всего регионам дополнительно выделят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Решение принято в связи с индексацией на 10% размера прожиточного минимума. Кроме того, увеличились единовременные выплаты по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. По поручению президента страны с июля они увеличились на 100 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер господдержки для предпринимателей вырос с 250 тысяч до 350 тысяч рублей. А для жителей, ведущих личное подсобное хозяйство, со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Дополнительно выделим более 3,5 миллиардов рублей 64 регионам страны, чтобы они могли в полной мере выполнить обязательства перед гражданами. Люди должны своевременно получать положенные им средства. Для многих социальный контракт – это хорошая возможность с опорой на государство начать зарабатывать и улучшить свое материальное положение. Напомню, в этом году в Башкортостане планируют заключить более 5000 соцконтрактов. На их финансирование предусмотрено 580 миллионов рублей. Из них 487 миллионов будет выделено из федерального бюджета и 93 миллиона рублей из республиканского.